Контроль за соблюдением масочного режима в Самаре как для покупателей, так и для продавцов стал уже нормой. Ежедневный мониторинг торговых объектов находится на контроле городских и районных властей. Как говорят проверяющие, такие проверки дают результат. В магазинах стали тщательнее следить за соблюдением мер безопасности. Стали наиболее сознательными. Большинство все-таки носит маски, соблюдает дистанцию при покупках товаров. И я думаю, что мы движемся в правильном направлении. Сейчас под пристальным вниманием в Самарском районе города находится около 20 объектов потребительского рынка. Чаще всего нарушений много в сетевых магазинах. Мы говорим всем, то, чтобы заходили, пожалуйста, одевайте маски. Мы не можем, мы работаем. Они одевают. Вот так зашли, им дышать нечем, здесь температура какая, они снимают на подбородок и все. Проверяют как небольшие торговые точки, парикмахерские, так и крупные торговые центры. Здесь на входе стоит охрана, и без маски внутрь не пройти. Мы проводим постоянную работу, мы информируем путем посредством электронной почты, по телефону, доводим информацию обо всех изменениях, которые законодательство действительно в действующие вносятся. Изменения вносим, и как бы люди все оповещены. Только в Самарском районе составили свыше 150 актов. Напомню, за систематическое нарушение требований Роспотребнадзора предпринимателям придется заплатить штраф до 300 000 рублей. Мария Илчан, Николай Сидоров, События.